Мастер-класс для представителей республиканских и районных газет провел заместитель директора издательского дома «Московский комсомолец» Олег Воробьев. Главной темой встречи стала продажа рекламы. Как работать с клиентами, какие предложения нужны, чтобы было интересно и читателю, и рекламодателю. Участники обсудили проблемы, с которыми сейчас сталкиваются печатные издания. Напомним, «Московский комсомолец» – один из крупнейших издательских домов в России. Это и печатные издания, и интернет-СМИ. Олег Воробьев поделился с региональными коллегами задумками и перспективами, которые можно применить на практике и в районных, и республиканских газетах. Очень интересно посмотреть, послушать коллег, поговорить о наших проблемах, поговорить о наших перспективах. Проблемы у нас по большому счету всех общие. Конечно же, это снижение сети распространения, этих точек, где можно купить газеты, те или иные. Достаточно большие проблемы с Почтой России с точки зрения доставки и стоимости подписки. Опять же, снижение доходов от рекламы. Одни и те же и пути решения плюс-минус можно находить одни и те же. Мы об этом сегодня как раз и говорили. Послание глава нашей республики Вячеслав Битаров акцентировал на этом внимание, чтобы проводить больше мастер-классов, повышать квалификацию журналистов. Разумеется, мы не могли упустить такой момент, что у нас в гостях в Осетии был человек такого масштаба. Я думаю, это еще один шаг к тому, чтобы мы вообще сделали систему подготовки наших журналистов, переподготовки наших и телевизионных, и прессу, работников прессы, потому что это сейчас настоятельнейшая необходимость.